Что я сделал? На этот вопрос ответ есть. Мужчину подозревают в организации незаконной миграции. Он подыскивал людей, которых за деньги регистрировали иностранцев в своей квартире. Все это пока по предварительным данным. Для этих целей мужчина искал уже судимых граждан. Отделом дознания у МВД России по железнодорожному району города Рязани возбуждены 3 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Руки за спину. Мужчина действовал не один. Дознаватели и оперативники уголовного розыска при участии Росгвардии провели обыски в офисе в центре Рязани. Были изъяты документы и предметы, имеющие доказательственные значения для уголовного дела. В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, а также задержание возможных соучастников. Сейчас мужчина заключен под стражу. Валерий Седов, телекомпания «Город».